самого утра каждый учитель получил видеооткрытку от наших обучающихся, которые они готовили вместе со своими воспитателями. Творческое поздравление учителям-предметникам. Ну, этот праздник очень главный в жизни, потому что учителя, ну, это люди, которые подарили нам многое, научили нас многому, и мы за это очень благодарны. В дальнейшем мы поздравляли учителей с цветами, это традиция нашей академии. У нас в холле крутятся видеоролики «Это челлендж, а вы знали?». Наши обучающиеся передавали друг другу творческий видеочеллендж, посвященный учебному предмету. То есть на их выбор это русский, математика, английский язык. Они подбирали интересные факты и тем самым тоже хотели показать учителю, что они заинтересованы в его предмете. На протяжении недели, а даже двух, наши ребята писали поздравления учителям, какие-то послания, записки. И сегодня в специальной форме, сумками, наши почтальоны будут разносить учителям почту. Поздравляю всех учителей с праздником, желаем здоровья, успехов и хороших воспитанников.